really cool seeing that video all over again. Да, очень приятно снова увидеть это видео. И просто вот имея все воспоминания того, что произошло на выходных, мы хорошо провели время. И Эдвард, и Илья, и за все свои года, проведенные в этой отрасли, я никогда не видел группу таких лидеров, таких топовых лидеров, которые могли сплотиться вместе за столь короткий период времени, всего лишь за полгода, калибр тех лидеров, которые сейчас находятся в Дейзи, которые сейчас являются пейсеттерами. Это просто взрывает мозг. Энергия такая, какой я никогда не испытывал. Я знаю, что вы чувствуете себя так же, но это было просто великолепными выходными. Да, некоторых из лидеров мы вживую еще не видели. Мы их видели только на Zoom, но я даже не чувствовал, что мы были ранее незнакомы. Мы обнимались, и мы просто были так рады видеть друг друга. И помните, когда доктор Анна пришла, и вы обнялись, и все дела? А затем мы говорили, и она задалась вопросом, а мы что, впервые встречаемся вживую? Да, это было по-настоящему волшебным опытом. Это ведь поистине великолепно. Ведь мы вместе сотворили историю как сообщество. Знаете, это по сути волшебная история, что во время коронавируса, когда люди не могли путешествовать и все остальное с этим связано, мы смогли добиться столь выдающихся результатов. И это впервые, когда большинство людей встречались вживую в Дейзи. Илья, сколько у нас было разных стран представлено? 36 стран. То есть из 250 людей у нас было 30, представителей 36 разных стран. И это очень хорошая цифра для ограниченного количества участников. Это просто выдающееся число. Люди были со всего мира. Да, им были сделаны многие объявления, мы про эти объявления сегодня поговорим, поэтому вас точно ждет очень интересный эфир. Мы хотим убедиться в том, что все в курсе о том, что происходит. Одна из таких вот выдающихся частей нашего мероприятия заключалась в том, что у нас вечером в субботу прошел прекрасный банкет со всеми лидерами на улице у подножия Бурдж-Халифы. И в конце этого и Endotech, и Дейзи были спроецированы на Бурдж-Халифа в великолепном видео, которое мы вам включим прямо сейчас. И, ребята, давайте мы запустим это видео. Я думаю, что этим видео нужно делиться в социальных сетях. И я хочу, чтобы ваша команда обязательно посмотрела это видео, потому что это ведь на самом деле выдающееся достижение, что за столь короткий период времени Дейзи уже замечают в мире, и нас уже запускают на проекции на самом высоком здании мира, в одном из лучших бизнес-зданий, бизнес-городе в мире. И это замечательное достижение всех и каждого из нас. Мы этим гордимся, и вам тоже стоит этим гордиться. И этим видео мы делились в группе в Телеграме, и сейчас оно также запущено на нашем канале на YouTube, и мы его включим вам и здесь, для того, чтобы вы могли увидеть то, что видел весь мир в прошлую субботу, проецированную на башне Бурдж-Халифа. Here we go. Ну что ж, поехали. Accessing mainframe. Initiating Daisy AI protocol. System error. System rebooting. Power sequence starts in 5, 4, 3, 2, 1. Initiating Daisy global network. The future
is created by ideas whose time has come. Будущее создается при помощи тех идей, чье время настало. And by those who believe that nothing is impossible. А также теми людьми, которые верят в то, что невозможного нет. Мы все рождены сделать то, что раньше никогда не делалось. У путешествия возможностей нет конца, лишь новые рубежи. Блокчейн, DeFi, NFT, искусственный интеллект, DeSi. Децентрализованная система искусственного интеллекта является новой передовой финансовой технологии, а также является новой эпохой децентрализованного общественного финансирования краудфандингом. DeSi. Доходы. Будущее. Там, где безграничные идеи и храбрые люди объединяются для того, чтобы сделать мир лучше. I love seeing that video all over again, and it just gives me. Да. Мне очень нравится снова видеть это видео, и у меня прям вот волосы даже ставят дыбом от переполняющих меня эмоций. На нашем следующем мероприятии все будет еще больше, еще круче, и это будет просто великолепно. Ну что ж, Эдвард, Илья, почему вам не присоединиться и не поделиться парой слов, Илья? Похоже, что это у нас все записывается с самого начала, поэтому все очень хорошо. Да, Джереми, можешь ли ты также, пожалуйста, снова присвоить, настроить испанского переводчика, потому что, мне кажется, там были некоторые вопросы с этим испанским переводом с самого начала. Итак, я очень и очень рад. Я сам уже провел 8 или 9 дней в Дубае. Мой голос все еще восстанавливается после всех этих мероприятий и после всех подготовок. Это по-настоящему было выдающимся, удивительным опытом. Я был на многих мероприятиях в своей жизни, но, Джереми, как... Ты говорил, я раньше никогда не чувствовал подобного уровня энергии, поэтому те люди, которые пришли в Дубай, приехали в Дубай, они по-настоящему великолепные люди, и у нас было много разговоров с ними, и мы счастливы с ними встретиться, потому что мы не встречались с 90% людей в офлайне, поэтому это была великолепной возможностью установить личные отношения со многими из них. Я очень рад, и я чувствую, что сейчас уже настало время перевести DeSi на новый уровень, и мы готовим кое-что намного большее на следующий год. В этот раз для всех, не только для пейссеттеров. И я думаю, что время так быстро летит, что это произойдет уже буквально через пару дней. Нам нужно просто подготовиться к тому, что это все перейдет на следующий уровень. Я лично буду очень счастлив вернуться снова в Дубай. Я знаю, что Эдвард и вы, и Джереми, и вы в предвкушении нашего следующего мероприятия. Да. Мы уже ведем переговоры с тем, с той площадкой, где мы будем проводить это мероприятие, с той командой организаторов, которая будет нам помогать, поэтому мы уже готовимся к следующему мероприятию вовсю. И да, давайте тогда будем продолжать двигаться дальше, потому что это подводит нас к нашему следующему слайду. И этот следующий слайд заключается в том, что 26 и 27 марта 2022 года у нас пройдет самая первая международная конвенция DeSi снова здесь, снова в Дубае, в арене Кока-Колы в Дубае. И это находится в черте города, там, где находятся самые красивые места в Дубае. Это будет великолепным мероприятием. Мы верим, что у нас там будет более 10 тысяч участников DeSi со всего мира, которые будут участвовать в этом мероприятии, и оно будет по-настоящему волшебным. И вы не хотите этого упустить, поэтому... 26 и 27 марта, запишите это себе в календарик, нас ждут незабываемые выходные, и мы будем наблюдать за тем, как все продолжает переходить на следующий уровень. Поэтому, друзья, на этих выходных мы сделали самое выдающееся объявление и обновление. Я надеюсь, что все об этих обновлениях узнают, для того, чтобы вы могли перевести свой бизнес DeSi на следующий уровень. Итак, давайте начнем с первого объявления на сегодняшний день. Это объявление заключается...
в сильными взаимоотношениями между DAISY и CoinZoom. И это партнерство, оно решает очень большую проблему в рамках сообщества DAISY, потому что прямо сейчас нету какого-то единого способа, при помощи которого человек может присоединиться к DAISY. В зависимости от того, в какой стране они, им нужно или приобретать криптовалюты по-разному, или им нужно конвертировать их в Tron или в USDT, используя различные площадки. Затем им нужно отправлять DAISY в свой кошелек Tron, и это процесс, которому мы рады. Мы рады, что у нас сейчас будет одна единая платформа, которая предоставляет каждому участнику то, что ему или ей нужно, и даже намного больше. Поэтому давайте поговорим о некоторых преимуществах, которые вы получаете как участник DAISY, когда вы устанавливаете вашу бесплатную учетную запись в CoinZoom. Для начала хочу сказать, что CoinZoom доступен в более 150 странах. И я думаю, что там цифра уже ближе к 200 странам по всему миру, в которых работает CoinZoom. CoinZoom — это идеальная платформа для того, чтобы привлекать новых участников DAISY. Поэтому один из самых больших преимуществ CoinZoom — это когда люди присоединяются к DAISY, это позволит упростить процесс намного. Для того, чтобы они могли просто получить свой кошелек Tron, свой USDT, и чтобы все это настроить. Но есть много-много плюсов для существующих участников, а также и для будущих участников. Один из самых больших плюсов в платформе CoinZoom заключается в том, что это замечательная платформа, на которой вы можете хранить ваше вознаграждение от DAISY. То есть тем, как вы зарабатываете вознаграждение с DAISY в USDT, вы можете отправлять это USDT из вашего кошелька, который связан с Троном, и это влечет огромные преимущества. Кто угодно может покупать Трон и Трон USDT при помощи банковской карточки где угодно в мире. И поэтому сейчас вместо того, чтобы человеку было нужно, например, покупать биткоин, потом продавать биткоин, чтобы получить USDT и вообще проходить много разных шагов, сейчас мы убрали все эти ограничения, и теперь все находится на одной единой платформе, и вы, по сути, можете купить и свой Трон, себе Трон, и USDT просто дебетовой карточкой, имея лишь банковский счет, где бы вы ни были по миру. Это возможность запустится, я надеюсь, на этой неделе, и тогда вы сможете подключить любую дебетовую карточку Visa, и вы сможете отправлять и тратить вашу криптовалюту. И это очень многое значит, потому что это мгновенные переводы, и они позволяют вам использовать вам вашу криптовалюту, цифровую валюту с любой карточкой Visa. Вы можете даже использовать дебетовые карточки, которые имеют какой-то фиксированный баланс, если вдруг ваши карточки не связаны с вашими банковскими счетами. То есть вы можете просто купить карточку с определенным количеством денег на ней, вы можете использовать ее, чтобы тратить ваши цифровые валюты. Когда вы используете ваши карточки через CoinZoom, вы можете зарабатывать до 5% кэшбэка. Каждый раз, когда вы снимаете, или каждый раз деньги, или каждый раз, когда вы тратите ваши деньги через CoinZoom. Поэтому это выдающаяся возможность, при помощи которой вы можете зарабатывать вознаграждение с тем, как вы используете вашу карточку Visa и криптовалюту с этой карточки, просто за то, что вы храните ваши криптовалюты. Это, кстати, то, в чем я очень заинтересован, потому что есть многие платформы, которые позволяют вам зарабатывать с того, что вы держите валюту, но очень часто это не очень дружелюбно к пользователям, потому что не всегда люди понимают, как именно это использовать, как использовать ликвидность. И это, конечно, может быть достаточно сложно для человека, который нов по всему этому. Но с CoinZoom вы просто нажимаете на кнопочку. Ну и, например, давайте скажем, что вы держите на вашей карточке USDT или ваш биткоин, или что угодно, любую криптовалюту. Вы можете зарабатывать проценты просто потому, что вы храните эти токены на вашем кошельке CoinZoom. И это очень важно для всего нашего сообщества, потому что, конечно же, мы можем зарабатывать наши вознаграждения, мы зарабатываем в USDT. И сейчас вы получаете возможность отправлять этот USDT
в ваш кошелек CoinZoom, можете нажать кнопочку «Зарабатывать», и вы можете на USDT, например, зарабатывать 10% в год. Просто за то, что вы имеете USDT, а также и все другие валюты. Вы можете мгновенно это перемещать и передавать это любому другому участнику с учетной записи в CoinZoom. И когда вы хотите отправить кому-то там 100 USDT или 100 биткоинов, вы можете даже зарегистрировать там ваших друзей или вашу семью, и они смогут использовать ту же реферальную ссылку или вашу реферальную ссылку, и могут сами настроить свою учетную запись в CoinZoom. И в целом это просто очень хорошая платформа, которая позволяет переводить средства от одного человека к другому. Очень похоже на некоторые другие платформы, которые доступны, которые делают это с фиатными деньгами. Сейчас вы можете это делать как с фиатными деньгами, так и с криптовалютой. И это все совершенно без комиссий. Поэтому, когда вы отправляете деньги от одного участника CoinZoom другому участнику CoinZoom, за это не взимается комиссия. Вы также можете конвертировать ваши криптовалюты в фиатные деньги и отправить это в ваш собственный банковский счет или отправить себе это на дебетовую карточку. Поэтому каждый раз, когда вы говорите, ну вот, я хочу получить свою криптовалюту, я хочу ее поместить на свою дебетовую карточку или банковскую карточку, вы можете это делать по щелчку мышки, используя платформу CoinZoom. И опять же, это работает и с банками, и с дебетовыми карточками, где угодно во всем мире. Это глобальная платформа. Когда новый человек настраивает свою учетную запись в CoinZoom через ссылочку Daisy, как только у вас есть $100 любой валюты в вашем учетной записи CoinZoom, может быть, вы покупаете USDT, может быть, вы покупаете какое-то количество биткоинов в ваш кошелек CoinZoom, но как только у вас есть как минимум $100 баланса на вашей учетной записи CoinZoom, CoinZoom также предоставит вам $10 бесплатных токенов CoinZoom. И это замечательный бонус просто за то, что вы настраиваете вашу учетную запись в CoinZoom. Конечно же, CoinZoom поддерживает все основные крупные криптовалюты и просто является замечательной платформой, замечательным биржей. Поэтому вы можете идти напрямую в ваш бэк-офис Daisy, и вы сможете увидеть, что с тем, как вы логинитесь, в верхней стороне страницы увидите ссылочку на Daisy CoinZoom, вы сможете нажать на эту ссылочку, и вы сможете увидеть все преимущества там, прямо на платформе, и затем вы можете зарегистрироваться и настроить вашу новую учетную запись. Вы также можете скидывать реферальную ссылку другим участникам, друзьям, членам семьи. Они могут быть как уже частью сети Daisy, так и не обязательно частью сети Daisy. Это не только для участников Daisy, но вы можете поделиться этой платформой с кем угодно. И эта платформа уже запущена, и у нас уже зарегистрировалось на этом много людей за последнюю пару дней. И мы хотим, чтобы каждый участник Daisy использовал эту платформу и взял все те преимущества, которые она предоставляет. И вот почему эта возможность столь важна. Сегодня мы официально объявляем новый ежемесячный бонус Spillover Maker. Это будет ежемесячный бонус, на который может претендовать практически любой участник, и вы можете квалифицировать на это каждый месяц. Это бонус, который будет продолжаться. 10% от всех комиссий с платформы, с CoinZoom, будут отправлены CoinZoom на бонусный пул. Поэтому каждый человек, который использует CoinZoom, то обычные комиссии, обычные стоимости транзакций, которые мы платим, какие бы мы платформы по миру не пользовались, 10% этих процентов будут возвращаться сообществу Daisy и будут выплачивать в тем спилловер-мейкерам, которые получают квалификацию на этот пул каждый месяц. Вдобавок к этому, 10 центов к каждой оплате вашей карточкой или каждый раз, как кто-нибудь переводит деньги на свою карточку Visa для того, чтобы использовать свои криптовалюты, для того, чтобы совершить покупку, то деньги будут распределяться в этот бонусный пул. Для того, чтобы квалифицироваться для прохода в этот пул, вам нужно привести четырех человек в Daisy в любой единый календарный месяц. And you earn a share in next month's
вы их общий вклад был в $1000, и тогда вы будете зарабатывать из этого бонусного пула. То есть если в октябре, например, вы привели 4 людей, и у вас общая сумма вкладов тех, кого вы порекомендовали, превышает $1000, то вы получите долю в бонусном пуле следующего месяца, который будет включать в себя все вознаграждения с CoinZoom. Вы можете получать неограниченное количество долей, и вы можете квалифицироваться на этот бонусный пул каждый месяц. Поэтому, Илья, Эдвард, я передаю слово вам, потому что у нас было столько много радости по поводу этого нового бонусного пула, и сейчас у нас появляется возможность получить постоянный бонусный пул для всего сообщества. Я думаю, что это будет очень важный момент ускорения для нас всех. Да, Джереми, я полностью согласен. Мы уже видели то, чего мы добились в рамках нашего... Видели, чем мы добились в прошлые месяцы при помощи наших бонусных пулов для спилловера. И сейчас у нас есть на самом деле возможность также получать бонусы из CoinZoom. Конечно же, в этом бонусном пуле неограниченное количество долей. То есть если вы приведете 8 человек, то у вас будет, соответственно, больше долей, и это то, о чем многие лидеры просили. И это замечательная экосистема, поэтому мы очень рады все это сюда привнести. Да, CoinZoom — это очень серьезная платформа, и я пользуюсь ей уже больше года, она мне очень нравится. Я вообще начал ей пользоваться с тех пор, как она вообще запустилась, поэтому у меня есть замечательный опыт с тем, что мы привязали к этому бонус, у нас получилась возможность это все совместить. И это очень-очень хорошо, потому что это дает еще один толчок, особенно для тех людей, у которых, которым нету кого приглашать, они могут достичь более высоких рангов при помощи этого пула, потому что это очень похоже на построение лестницы, где вы это делаете пошагово, и каждый месяц вы можете получать этот бонус. Это помогает людям достигать уровня пейсеттера, то есть если люди хотят выйти на уровень пейсеттера, то они могут начать использовать это промо. Это такие вот, можно сказать, ступеньки для достижения более высоких рангов. Я думаю, что нам о стольком нужно поговорить, а у нас уже 30 минут презентации прошло, поэтому я предлагаю двигаться дальше, потому что у нас действительно время ограничено. Итак, хорошо. Мы также объявили новую бесплатную версию нашего приложения DAISY, в которой есть шаги для того, чтобы начать. Один из самых больших вопросов, которые нам задавали, это как научить человека, как организовать свой кошелек Tron, как научить людей покупать свои первые USDT или Tron. И сейчас мы это превратили в бесплатную систему. Когда человек присоединяется к DAISY, просто попросите их скачать приложение DAISY. Когда они скачивают приложение DAISY, у них открывается возможность нажать на иконку Getting Started, и тогда они смогут пошагово пройти по всему процессу. Вы можете использовать или ваш телефон, или компьютер, и там описывается, что нужно делать, как скачать кошелек, как его правильным образом настроить. Это показывает им, как использовать их учетную запись в CoinZoom, чтобы они могли получать и USDT, и Tron. Там даже есть полноценное видео с бэк-офисом, которое показывает им, как пользоваться бэк-офисом. Все это сейчас находится уже в приложении DAISY, и бесплатная версия этого приложения доступна каждому человеку, который присоединяется к DAISY. Это позволяет им проходить через пошаговый процесс на тему того, как начать работать с DAISY. Конечно же, полная версия приложения также позволяет вам отсылать маркетинговые видео, презентации. Мы добавили некоторые новые ресурсы к этому, например, план вознаграждений, видео. Сейчас оно уже запущено в приложении DAISY, и это в полной версии приложения DAISY. Для тех из вас, кто делится DAISY, это замечательный инструмент, которым вы можете использовать. И когда вы используете это приложение бесплатно для всех пользователей, полное приложение маркетингового приложения сейчас стоит только $12.75 в месяц. Это скидка по сравнению с изначальной ценой. И $3 с каждого покупки приложения будет отправляться в бонусный пул Spillover Maker. Поэтому те люди, которые используют маркетинговое приложение, которые делятся DAISY с миром,
то всю прибыль, которую это приложение принесет, оно возвращается обратно в бонусный пул Spillover Maker. Другие $10, они идут к компании, которая помогает им разрабатывать приложение, а $3, которые считаются доходом, они переводятся в бонусный пул Spillover Maker. Поэтому, опять же, с тем, как мы продвигаем эту систему, вместе с этим мы также строим бонусный пул Spillover Maker. И если вы еще не скачали это приложение, то, пожалуйста, сделайте это сегодня. Пожалуйста, перейдите в ваш магазин приложений и скачайте себе приложение DAISY. Я думаю, что самое важное объявление, которое мы сделали, это DAISY 4X объявление. Это очень важно. Это запускается 12 октября, и это позволит активным ежедневным торгам, которые позволят нам получать быстрые результаты по сравнению с нашей текущей моделью. У нас есть специальный промо-пак, о котором мы будем говорить чуть более подробно на этом слайде. Промо-пак позволит каждому участнику в DAISY, любому участнику в DAISY. Я вам хочу сказать, что вы хотите, чтобы каждый человек приобрел уровни с 1 по 5 в Форексе в октябре. Почему? Потому что, когда вы приобретаете уровень 5 в пакетах Форекс, то вы автоматически разблокируете в матрице уровни 6, 7, 8, 9 и 10. Да-да, все так. То есть всего лишь 3100 USDT за уровни с 1 по 5, и вы навсегда разблокируйте и получите доступ ко всем 10 уровням матрицы. И это включает криптовалюту, и это включает Форекс. Комбо-пак. Этот промо-пак позволяет участникам присоединяться и получать вознаграждение. Так, а я случайно на том я слайде вообще. А затем, 1 ноября, мы также объявляем промо-пакеты. Поэтому промо-пакеты с 12 октября по ноябрь. Поэтому, когда вы покупаете с уровней с 1 по 5, вы откройте 6 по 10 уровень. Когда вы покупаете уровни с 1 по 4, вы будете помещены в следующую матрицу на пожизненно. То есть, если кто-то приобретает первый уровень промо-пака, то они автоматически раскроют уровень 2 матрицы. Если они приобретают 4 уровень промо-пака, то они автоматически разблокируют 5 уровень пожизненно. Но когда вы приобретаете 5 уровень промо-пака, это можно сделать между 12 октября и 1 ноября, вы автоматически разблокируете уровни с 6 по 10 в вашей матрице навсегда. И я хочу вам сказать, что это самое большое промо, которое мы когда бы то ни было видели в DAISY. За 3100 USDT вы будете помещены в... У вас будет открыты все 10 уровней в матрице пожизненно. Это огромный подарок всему сообществу. И каждый участник в DAISY должен взять возможности, которые приходят с этим промо-пак. Когда вы получаете следующий уровень, это включает в себя Форекс и криптовалюту, и в октябре все, что будет заработано в октябре, будет выплачено 1 ноября. Поэтому с 12 октября по 1 ноября самый большой промо, который мы когда бы то ни было делали, вы не только получаете возможность испытать награды системы искусственного интеллекта Форекс, о котором сегодня будет говорить доктор Анна, но вы также открываете все уровни до 10 в матрице. А затем 1 ноября все промо-паки, которые были приобретены на протяжении во всей вашей матрице, будут выплачены. Это будет великолепным бонусом для многих из наших участников. А также непосредственная торговля на Форексе начнется 1 ноября или в течение первой недели ноября, может, 1 ноября, может быть, 2-го, 3-го. Тогда уже запустится непосредственная торговля на Форексе. У вас должен быть как минимум первый уровень в DAISY для того, чтобы вы получили возможность приобрести промо-пак. Поэтому если сейчас кто-то не в DAISY, то они могут присоединиться к DAISY. Они могут приобрести первый уровень в DAISY или любой уровень в DAISY, и они тогда получат возможность приобретать этот промо-пак для Форекса. У нас также есть комбо-пак, который мы будем объявлять 1 ноября для новых
и существующих, где новые существующие участники смогут приобрести один пакет, и у них сможет появиться все преимущества как от Форекса, так и от криптовалюты. Поэтому 1 ноября мы запускаем наш комбо-пак, который позволяет нашим участникам приобретать один уровень и одновременно войти в программу трейдинга криптовалют и Форекса. И это позволит им испытать вознаграждение от обоих из этих продуктов. Для того, чтобы купить этот комбо-пак, у вас должны быть открыты должные уровни и криптовалюты, и Форекса. Мы более подробно об этом говорим 1 ноября. И, конечно же, у новых членов также будет доступ к этим комбо-пакам. Опять же, этот комбо-пак запускается 1 ноября, поэтому мы дадим вам все обновления о том, как именно этот комбо-пакет будет работать. Но прямо сейчас вы хотите сконцентрироваться и подготовить всех к этому промо-паку в Форексе. Поэтому покупайте 5-й уровень, тем самым вы откроете все уровни до 10-го. И финальное объявление перед тем, как мы передадим слово сегодня доктору Анне, это Pace Setter Reset, который будет длиться до конца октября, который будет длиться с октября по ноябрь. Любой человек может получить квалификацию на Pace Setter Gold до 3 октября. Если вы еще не получили квалификацию, если упустили ваши 30 дней, то это ваша возможность добиться уровня Pace Setter Gold. Конечно же, при этом у вас должно быть 24 человека, которых вы лично привели, с 128 тысячами в общем вкладе. И вот классная часть этого промо. Если у вас есть 24 человека, которых вы лично привели, которые сделали общий вклад, то есть если у вас 24 личных человека, которые делают вклады на 5-й уровень пакета Forex, то вы сможете засчитывать все ваши ранее существующие вклады, все ваши заранее до этого момента существующих участников и их вклады. Вы сможете считать все это в сторону 128 тысяч. Это очень и очень сильно. Если вы поможете 24 человекам присоединиться и купить промо-пак 5-го уровня, то вы сможете засчитывать все вклады до этого в сторону Pace Setter Gold. И опять же, у вас есть весь месяц октября, начиная с сейчас, и до 1 ноября для того, чтобы это сделать. Это огромная возможность для каждого участника стать частью бонусного пула Pace Setter, быть частью всего того классного, что происходит с Pace Setter'ами в плане плана вознаграждений, но также вы получите доступ ко всему тому, что они получают, будучи лидерами в DAISY, к тому, что они на связи с лидерами, что они часть лидерской команды нашего сообщества DAISY. Поэтому мы очень надеемся, что все из вас в этом месяце смогут достигнуть уровня Pace Setter Gold и смогут полностью использовать возможности, которые открывает эта промо. Поэтому, друзья, конечно же, мы все вдохновлены по поводу торговли Форексом, и, конечно же, мы запускаем самые первые ИИ Форекс, торговлю на Форексе. И доктор Анна у нас выступала в нашем мероприятии, и мы были так рады, что она сегодня с нами для того, чтобы поговорить о торговле на Форексе, чтобы поделиться интересными объявлениями про Endotech и про DAISY. Поэтому, доктор Анна, большое спасибо, что вы снова сегодня с нами, и мы передаем вам слово. Да, огромное спасибо. У меня тоже немножко голос сел из-за нашей поездки. Я с раннего возраста участвовала в разных конференциях и на разных мероприятиях. Но это мероприятие было особенным из-за той энергии, которая на нем находилась, и из-за тех людей, которые принимали в этом мероприятии участие. Они меня очень вдохновили. Просто вот даже на человеческом уровне. Это было очень особенным мероприятием. Я была очень рада увидеть многих из вас вживую, тех, кого я раньше видел только по Zoom. И опять же, я очень рада тому, что это все случилось, поэтому я... Это очень хорошо. И сейчас я бы хотел очень вкратце поговорить с вами о главных четырех пунктах, которые уже были вкратце упомянуты во время презентации. Я хочу вам также показать небольшой фоллоуап, поэтому мы сейчас начнем. Попробую сейчас поделиться экраном. Хорошо. Поэтому
Мы начали с обзора того, что происходило с Endotech на протяжении последних 8 месяцев. И история, по сути, заключается в том, что мы пережили взрывной рост по практически всем показателям, включая доходы, включая прибыль, включая количество клиентов, включая объем торгов, включая объем денег в управлении. И, как я уже упомянула, в следующем месяце все наши цели будут еще более выдающимися. И я очень надеюсь, что октябрь тоже будет замечательным, и что мы также получим интересные новости. Но мы кое-что осознали, что причина, по которой мы смогли получить столь высокие показатели, особенно внутренние показатели нашей компании, почему-то клиенты настолько довольны полученными результатами, заключается в том, что мы ввели новую категорию инвестиций. Мы смогли выработать категорию прорывных инвестиционных возможностей. Мы определили это как финансовую возможность, которая является событием, меняющим жизнь для конкретного человека. Давая этому определению, мы говорили, что обычные инвестиции в 20% на протяжении 20 лет создают в 3 раза больше, чем изначальный доход. И это, конечно же, очень приятно для того, чтобы просто накапливать деньги. Безусловно, это не то, что может перевести вас на новый уровень финансов. Поэтому мы стремимся создать новый тип инвестиций, опять же, новые прорывные инвестиционные возможности, которые будут работать по-другому со всем, что там есть, и которые в конце будет предоставлять 402 умножения изначальной инвестиции. Опять же, если вы посмотрите на потенциальный капитал риска, рисковый капитал, который вы можете инвестировать куда угодно, то вы поймете, что именно это увеличение должно принести вам вот это новое понимание и представление ваших финансов, и это должно представить вас к новым финансовым горизонтам. И мы определили историю для этой новой возможности, что пока вы инвестируете, ваш капитал, который вы готовы инвестировать, например, $1000, что вот за 10 лет вы должны получить 402 тысячи на эту тысячу. И опять же, это та возможность, которая способна изменить жизнь. Опять же, не забывайте, что здесь мы говорим о высокорисковых инвестициях с высоким возвратом на инвестиции. Пока, конечно, у нас есть высокая вероятность, это ни в коем образом не безрисковая инвестиция, и вам нужно в нее вкладывать только тот капитал, которым вы готовы рискнуть. Эта история уже выйдет на следующей неделе в специальном отдельном видео, которое я подготовила, в котором мы будем говорить с вами о всех деталях. Это не для обсуждения на сегодняшнем созвоне. На сегодняшнем звонке я хочу с вами сконцентрироваться на составляющей Forex. И составляющая Forex... Да, составляющая Forex — это наша история, которая поможет нам выйти на традиционные рынки, которая даст нам гибкость и комфорт того, что мы работаем не только на новом рынке, несмотря на то, что этот рынок сейчас огромный, у нас более 220 миллионов счетов, и на этом рынке, безусловно, есть огромное количество пространства для роста, но мы также хотим стабильность и комфорт, которые приходят с традиционными рынками. Еще одна причина — это ликвидность и масштабируемость, опять же. Мы не сдержаны практически ничем. Мы как компания, которая достигла определенных вершин, определенного роста, мы также хотим зайти на рынок Форекса. Для нас также очень важна диверсификация в разные временные отрезки, чтобы инвесторы могли чувствовать себя комфортно, получая результаты на более коротких промежутках времени. Я через секундочку покажу, о чем я именно говорю. А также возможность работы с разными валютами, потому что прямо сейчас мы говорим с очень ограниченным количеством пар, работая в криптовалюте, просто из-за объемов рынка. И прямо сейчас наше предложение находится Сейчас мы немножко не дотягиваем на наше собственное определение этих прорывных потенциалов, но когда я вернулся, приятно удивилась команде, потому что наши цифры уже улучшились для наших текущих стратегий. И опять же, основная история здесь заключается в том, что пока в криптовалюте у нас было ограниченное предложение, ограничена диверсификация для разных стратегий эфириума, биткоина и там некоторых альткоинов,
Но наш... То если мы говорим про Форекс, здесь у нас более активная торговля, которая происходит раз там от 5 минут до дня, и мы используем другой способ торговли. И, конечно же, здесь мы говорим о основных фиатных валютах, которые мы торгуем. Поэтому это предоставляет нам как диверсификацию на более широкое предложение, и также позволяет нам получать более интересные результаты, которые сейчас не должны выглядеть более рвано, когда у нас 10% там поднимается, потом падает из-за того, что у нас очень редко происходят торги. И это наша следующая история. Опять же, мы очень рады, и мы проводим большую работу для того, чтобы это предложение сделать доступным. И последнее объявление, которое я хотел бы сделать, это то, что наш аудит вместе с Эрнст & Янгом, и как вы все знаете, мы очень давно ждали результата этого аудита, уже с января, и, наконец-то, этот аудит уже скоро придет, и сейчас... Нам провели аудит в режиме реального времени. Я вам сейчас зачитаю заключение, которое нам выдали, по крайней мере, ту формулировку, которую нам разрешили делиться с инвесторами. Этот документ будет разослан лидерам, если он им нужен. Аудиторская команда Эрнст & Янга по блокчейну провела нужную проверку в отчетный период. Мы также можем сказать, что Эрнст & Янг советует нам по поводу того, как можно двигаться дальше. И мы также смогли вписать аудит в режиме реального времени. Для наших торговых результатов это очень интересно, потому что мы первая компания, которая вообще получила аудит блокчейна от Эрнст & Янга, от одного из топ-4 компаний. И мы первые, кто прошли подобный аудит по трейдингу. Поэтому мне кажется, что это очень важное объявление как для Endotech, так и для DAISY. Опять же, на следующей неделе вы увидите видео с более детальными объяснениями того, что такое прорывная финансовая возможность. Я думаю, что это очень большой шаг для всего нашего сообщества. Это очень большой шаг для того, чтобы все мы могли понять, что именно мы стараемся рассказать нашим клиентам, участникам нашей сети, нашим участникам. И опять же, следующая часть, то есть Forex... будет объяснена в больших деталях на одном из наших еженедельных видео. И опять же, я очень рад и очень счастлив видеть все наше сообщество. После того, как я увидела ваши лица вживую, после того, как я поговорила на разные темы с нашими участниками сообщества, было очень приятно встретиться наконец-то с Джереми и Илью вживую, потому что у меня было ощущение, что мы уже были знакомы, но... Мы так часто говорили, что я уже забыла, что мы вживую не встречались, но это, безусловно, было очень радостным мероприятием, наполненным энергией. И я чувствовала, что мне очень повезло, что я могла там находиться вместе с вами. Да, и вам огромное спасибо, Эдвард. Ведь это очень интересно, потому что, ведь, Эдвард, ты... занимаешься трейдингом уже более 20 лет. И два момента. Во-первых, что Эрнст & Янг, мы единственная и первая, то есть DAISY фонд — это первая и единственная криптовалюта, единственная платформа криптовалюты, которую они вообще аудировали, которую они проверяли. И это очень многое значит, потому что они были готовы пойти на это из-за той истории, которая у нас была, из-за истории доктора Анны Беккер, из-за тех великолепных результатов, которые мы показывали. Благодаря всему этому они согласились, и они провели этот аудит, и они продолжат проводить нам аудит на регулярной основе. И это очень большое заявление миру. Даже тот факт, что они вообще готовы на это пойти, но сейчас, когда мы Форекс во все это дело еще добавляем, это значит очень много, потому что мы знаем, что в стратегиях криптовалют это прорывные стратегии. Могут быть, конечно, месяцы, а могут быть недели между этими прорывами, между этими большими движениями, и участники, возможно, не будут всегда видеть больших результатов, потому что сначала могут быть там какие-то потери, потом снова приобретения, что-то идет вверх, потом вниз, и мы знаем человеческую природу. Мы знаем, что люди хотят видеть результаты на более краткосрочной перспективе. Люди хотят видеть, как проходит ежедневное, там, еженедельное
мероприятия. Люди хотят видеть, что в краткосрочной перспективе их деньги растут. И это будет очень и очень важным для мира, что теперь мы можем предлагать комбинацию активного форекс-трейдинга на ежедневной основе в комбинации с долгосрочной торговой стратегией в мире криптовалют. Эдвард, я знаю, что это то, чего ты ждал и чего ждали все мы, но ты знаешь больше, чем кто бы то ни было, насколько это на самом деле важно. Don, we were just not allowed to announce it, right? We could not figure out how to do it because it took a while for them. Мы знали, что это должно было случиться, мы знали, что это будет, мы просто не могли об этом объявлять, потому что нужно было подождать, пока все это будет до конца. Но я хочу сказать всем тем, кто приснился к нам сейчас живую, здесь практически 2000 людей с нами, что все лидеры, все люди, кто входит в пул пейсеттеров, все те, кто были с нами с первого дня, просто в своей голове вернитесь обратно в январь 2021 года. И просто вспомните то время, вспомните, как вы себя тогда чувствовали, когда вот все происходило, то, что происходило, когда мы только начинали, потом мы вдруг остановились. И затем, вспомнив свое то состояние, вспомните то, что происходило на прошлых выходных. Это для лидеров и для пейсеттеров. И я думаю, что вы увидели, насколько, откуда Дейзи начала свой путь и докуда мы сейчас пришли. Сегодня у нас уже проведенный аудит Эрнст & Янга, мы его даже объявить можем. Столько всего происходит такого, о чем мы еще не можем говорить. И здесь нас ждут намного более интересные другие новости. Трейдинг на Форексе, CoinZoom, все это. А ведь, по сути, прошло-то всего лишь полгода с 29 марта, когда мы официально смогли запуститься. И подумайте о следующих 6 месяцев, если Дейзи, если вы как лидеры, вы как пейсеттеры, если бы вы могли за последние 6 месяцев с 29 марта по настоящее мероприятие сделать столько же, то у нас включается эффект сложных процентов, и сейчас вы уже многое сделали, у вас есть уже уверенность. Все мы увидели друг друга, мы увидели доктора Анну, познакомились, и знаете, многие подходили ко мне и говорят, мы можем сделать видеозвонок с доктором Анной, потому что некоторые на местах не верят в то, что доктор Анна — это живой человек, а не робот. И там был один лидер, который ходил, говорил, да, что она робот. Но на протяжении следующих 6 месяцев, друзья, мы сможем стать более уверенными, мы сможем продолжать двигаться вперед, и мы сможем в 10 раз увеличить то, что мы сделали за последнее время. И мы увидимся со всеми вами снова в Дубае. И как раз будет годовщина нашего запуска, и это будет просто великолепно. Я просто настолько впечатлен теми людьми, которых я встретил здесь, в Дубае. Теми людьми из Германии, из Японии. Я не видел своих японских лидеров так долго, но когда они пришли, они все обнимались и чуть ли не плакали. Потому что мы уже почти 2 года не виделись из-за ситуации с коронавирусом, но есть люди, в которых я влюбился, люди, которые настолько сильные, настолько привержены идее, они все были здесь. Некоторые из них приходили, и они были не уверены. Ко мне один пришел человек из Германии, который сказал, ну вот я был не уверен насчет Дейзи до этого, но сейчас я точно уверен. Но так или иначе, передай микрофон Илье, потому что я просто крайне рад этой возможности. Да, я чувствую твою радость, Эдвард. Ну, мы, по сути, за 5 минут до звонка виделись, поэтому мы с таким же воодушевлением говорили друг с другом, потому что у нас ведь идет встреча за встречей, но мы можем сказать им следующее, что у нас были некоторые гости из традиционного бизнеса, с финансовых разных областей, с криптоиндустрии. Они приходили сюда, они приехали в Дубай специально для того, чтобы с нами встретиться. Они знают, что мы настоящие. Мы готовим большое количество новостей и обновлений на протяжении следующего времени, поэтому мы объявим много новых партнерств с многими компаниями, с проектами, с блокчейном. И вы удивитесь, узнав некоторые из этих имен, что эти люди все партнеры с Дейзи. Мы про DCO даже не сказали. У нас есть несколько объявлений. Мы уже выпустились на обменнике MXC, поэтому вы сейчас можете перемещать ваши Дейзи токены с Трона напрямую на блокчейн эфира. Поэтому это очень мощно на самом деле. Заявление. Сейчас мы официально являемся партнером блокчейна NEAR, и на следующем нашем созвоне будем обсуждать конкретно платформу DCO. У нас столько всего происходит на ежедневной основе, что, как говорит Эдвард, оно просто продолжает все усиливаться и усиливаться, и сейчас это уже настоящее начало. Поэтому лично я очень рад. Я возвращаюсь завтра обратно в Таиланд. Там я живу.
И оттуда я дальше продолжу делать то, что мы делаем. Продолжу работать с лидерами, со всеми партнерствами. И я очень рад и очень счастлив тому, что мы провели это мероприятие, что мы продолжим проводить мероприятия. Мы, кстати, не только планируем проводить большие глобальные мероприятия в конце марта, но мы также планируем проводить некоторые локальные мероприятия. То есть я, Джереми, Эдвард, некоторые другие люди, как, например, Алекс, мы будем путешествовать из страны к стране. Конечно, все будет зависеть от ограничений, которые могут в мире быть из-за коронавируса, но у нас, конечно, есть эта цель — посетить те страны, где больше всего присутствует DAISY. То есть мы говорим о таких странах, как Япония, Вьетнам, Франция, Германия. В зависимости, конечно, от ситуации с коронавирусом, сейчас еще рано говорить, но это у нас в разработке, и мы действительно хотим встретиться со всеми вживую в этих странах. Да? DAISY — это компания, где каждый выигрывает, где есть прибыль, доля и доход. В наше время, когда такое большое количество проектов начинаются и заканчиваются просто по щелчку пальцев, иногда в один месяц проект может закончиться, начаться и в следующем месяце закончиться. И многие люди думали, что DAISY будет таким же, что мы откроемся, а потом закроемся. И даже несмотря на то, что у нас, конечно, были сложности, мы здесь для того, чтобы остаться. И мы это неоднократно говорили, что мы только-только в начале. Мы в самом начале с DAISY. И, Эдвард, мне очень нравится, что ты говорил о сложных процентах на ускорение. То есть, когда вы получаете проценты на ваши инвестиции, когда вы позволяете одним процентом заработать больше процентов, то же самое с ускорением, когда одно ускорение придает дальнейшее ускорение вашему движению. И это как раз принцип ускорения в индустрии peer-to-peer, когда вы можете начать с одного проекта, и этот проект является долгосрочным, этот проект выполняет свои обещания, этот проект продолжает приносить новые возможности вам и вашей команде. Вы можете достигнуть настолько большего, просто, например, начиная работать с таким проектом, как DAISY, чем вы когда бы то ни было могли бы достичь, если бы вы переключались постоянно между одним проектом к другому. И именно в этом заключается наша мечта в DAISY — построить долгосрочную, многомиллиардное сообщество, где мы вместе будем продолжать экспоненциально расти, где каждые 6 месяцев мы могли бы оглядываться и смотреть: «Вау, вау, а вы помните, что было 6 месяцев назад, когда у нас было всего лишь там 150 тысяч участников?» И ведь именно это мы и скажем в марте. В марте, когда нас будет 10 тысяч в комнате, мы будем говорить: «А вы помните, помните в сентябре, когда у нас было только 150 тысяч участников?» И мы посмотрим на сегодняшний день и подумаем: «Вау, посмотрите, как далеко мы с вами как сообщество ушли». Мы будем вспоминать это и говорить: «А вы помните, когда вознаграждения были всего лишь там в 50, 60, 90%?» Мы будем вспоминать эту историю, и мы будем знать, что мы достигли большего вместе. Поэтому, доктор Анна, огромное спасибо за то, что присоединились сегодня к нам. Большое спасибо всем вам за то, что вы верите в DAISY, за то, что вы являетесь частью этого движения. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть, как все это переходит на совершенно новый уровень. Пакеты Forex — это там, где сейчас огонь. Вы хотите сконцентрироваться, вы хотите уделить все ваше внимание на том, чтобы помочь каждому человеку дойти до 5-го уровня в промо, потому что 5-й уровень, если вы подумаете об этом, уровень 5 за всего лишь за 3100 USDT на 5-м уровне, вы открываете себе все уровни матрицы до 10-го уровня. Это такая же выгода для тех людей, которые $3100 к 5-му уровню делают. Вы сразу открываете 10-й уровень, и вы получаете максимальную пользу от плана вознаграждений по жизни. Это огромная возможность, это огромная промо. И мы очень надеемся, что каждый участник в DAISY использует эту возможность с DAISY Forex. Поэтому всем огромное спасибо за то, что сегодня к нам присоединились. Мы записали этот курс. Мы записали сегодняшнюю нашу встречу на YouTube, поэтому вы сможете ее потом переслушать. И давайте продолжать творить великие дела вместе. Благослови всех нас Господь. Давайте продолжать двигаться вместе. Global Star Club. Возможности безграничны.